Так, друзья, ну, игра наша вошла в свою глубину, вошла в свою красоту, вошла в свой зенит, что называется. Любят так вот говорить, что он был в зените славы, допустим, вот так любят говорить. Мне это никогда не нравилось. Так, ну посмотрите, видите, вот отсюда даже видно, какие машинки ездят, трактора, все такое. И какой клевый холм, понимаете? Холм и холм. У меня, по моему произношению, получается вообще одинаково. Так что для меня гора – это дом. Короче, смотрите, вот туда еще выше, а туда еще ниже. И река. Отлично. Отлично, что может быть лучше. Так, ну, это, по сути, видимо, дом Каталины, да? Дай поднимемся на колечко. Ну хорошо, что, видишь, сюда мы можем зайти. Ну-ка. Ой, извините. Так, а попробуем по балке стукнуть. Нет, ее он не чувствует. Ага, спустились. Так, и вот это, кстати, очень-очень скоростная машина. А давай сейчас мы не будем заходить на миссию. Дай на ней прокатимся, сейчас покажу. Покажу, как я на ней, короче, езжу. Я же говорю, что вот музыка тут. Вот жаль, что мы не можем с музыкой ездить. Погнали, смотри. Я вот обычно еду вот так. То есть едешь, едешь, едешь. Просто сколько едешь. А потом вот сюда. Аж весь пейзаж смазывается. Ну еще и бонус дали. Посмотрим, куда мы пришли. В общем, надо выяснить, ребят, как точно называются эти деревья. Ну, возможно, что это и есть секвойя, но, по-моему, все-таки секвойя больше напоминает сосну. Чувак. Это дом на колесах, да, вроде бы, да. А там вот проехала тележка, короче, тележка. Машинка, на такой машине в легендарном, великом фильме «Старикам тут не место». Там мужик едет, в общем. И Антон Чигур. И Антон Чигур с ним заговаривает, что всегда заканчивается фатально. Всегда заканчивается фатально. А, как сказано в начале, ну не хочу, в начале этого фильма, не хочу лезть в то, чего не понимаю. Так недолго и душу замарать. В общем, хорошие слова. Смотри, я такую вообще внешность впервые вижу. Впервые вижу. Ну давай, прокати меня на капоте, чувак.